Доброго всем вечера, дорогие друзья. Олимбет, молодежная хоккейная лига вновь в Ярославле. 7 долгих лет не играли между собой Лока и Динамо Шинник. И вот, наконец-то, они встретятся между собой в рамках молодежной хоккейной лиги. 7 лет динамовцы не выступали в этом турнире. И мы, конечно же, рады приветствовать их на ярославской земле. И вообще, это только 14-я встреча между этими командами. 9 побед у Лока и 4 победы у Динамо Шинник. Но в целом, это лидеры золотого и серебряного дивизиона Западной конференции. Лока прямо сейчас лидер Запада, ну а динамовцы на втором месте в серебряном дивизионе находятся, поэтому встреча должна получиться довольно упорной. Очень атакующие команды у нас сегодня встречаются. Можно сказать, самые атакующие молодежной хоккейной лиги. 155 шайб у Лока и 153 у Динамо Шинник. Надеемся, что и сегодня некое подобие перестрелки мы с вами увидим. Меня зовут Иван Костяев, и я вместе с вами за сегодняшней встречей буду наблюдать. Почти все готово к старту поединка. Осталось нам лишь первое вбрасывание произвести, и будем смотреть за хоккеем. Для Лока, кстати, встреча с Динамо Шинник получится, ну, такой спаренный, что ли. Через 9 дней придется ярославцам лететь в Белоруссию. И там в Бобруйске команды еще раз сыграют. Ну а Динамо Шинник еще в Череповец заедет перед тем, как домой отправится. И там с Алмазом игру проведет. Встреча у нас началась. Ярославцы сразу же атакуют. Показываю, кто в доме хозяин. Еремей Шумилин имел возможность в касание шайбу в ворота переправить. Бросить у него не получилось, но за шайбу зацепился капитан ярославцев. И давайте тогда с Ярославля-то, собственно, и начнем в части объявления состава. В воротах сегодня Олег Кадыров, 31 номер у него, это 8-я игра для Кадырова в нынешнем сезоне. Сергей Мурашов, основной голкипер Лока, сегодня остался в запасе. У него 30-й номер. Первое сочетание. 22-й Дмитрий Назаров, 81-й Шумилин, капитан команды, и 18-й Тютнев. Пара обороны. 71-й Лукашевич и 19-й Акмальдинов. Второе сочетание. 77-й Роговский, 86-й Мальцев и 69-й Илья Назаров. Пара защитников. 26-й Симашев и 12-й Лабуткин. Первая атака Динамо Шинник прямо сейчас. И бросок по воротам случился. Бросок в створ ворот. Продолжают динамовцы атаковать, пытаются за шайбу цепляться, даже когда ее теряют, и приходится Олегу Кадырову прижимать ее ко льду. Остановка у нас, вбрасывание у ворот Лока. Ну а я с составом железнодорожников прямо сейчас продолжим. Третья пятерка, 59-й Беляков, 66-й Ахунов и 70-й Сурин. Пара защитников, 28-й Пирогов и 49-й Ульев. Ну и, наконец, четвертое сочетание. 97-й Волков, 37-й Кораблев, 23-й Ябелов. Пара защитников, 24-й Камушкин и 64-й Белоусов. Главный тренер Ярослав Люзенков. Быстро с составом динамовцев разберемся. Ворот. Второй номер. Иван Лущик. Нетипичный для голкипера номер. Лущик и Антон Масальский, который сегодня в запасе остался, примерно поровну в этом сезоне делят игровое время в составе Динамо Шинник. Динамовцы, кстати, снова атакуют. И достаточно уверенно они себя чувствуют на ярославском льду. Положение вне игры фиксируют арбитры. Не получится здесь контратаки у ярославских хоккеистов. Хотя в динамике она выглядела довольно перспективной. Первое сочетание динамовцев. 81-й Ладутько, лучший новичок молодежной хоккейной лиги на прошлой неделе. И вообще Ладутько к середине сезона раззабивался, разыгрался. И мы обязательно об этом форварде чуть позже поговорим. 9-й Липский и 11-й Бориков вместе с ним в первой тройке нападения выступают. Пара обороны. 14-й Сивко и 8-й Ковгореня, капитан команды. Тимофей Ковгореня имеет неплохой опыт игры и в континентальной хоккейной лиге. Впрочем,
В составе обеих команд таких хоккеистов на самом деле немало. Второе сочетание. 10-й Михалев, 7-й Аношко и 23-й Сатишвили. Пара защитников, 3-й Шатило и 18-й Волочка. Третье сочетание. 15-й Булгаков, 12-й Игнатенко и 77-й Звягин. Пара защитников, 5-й Глинский и 25-й Крыштофик. Ну и, наконец, четвертая пятерка. 16-й Якунин, 17-й Муромцев, 21-й Ермоленко, пара защитников, 47-й Юхневич и 4-й Бурак, главный тренер Андрей Михалев. Арбитров я вам чуть позже представлю в ближайшей же паузе, а пока давайте на площадку обратим внимание, тем более вот такой опасный момент ярославцы создают. И снова Еремей Шумилин оказывается на острие атаки, он в касание бросал, но прямо вратаря попал. Лучик хорошую позицию занял и свою команду выручил. 2-0. В ноль у нас может получиться выход. Тютнев, Тютнев уходит на ударную позицию. И вновь Лучик тащит. Но пока главный герой стартового отрезка. У нас здесь в многофункциональном спортивном комплексе «Локомотив». Лучик никаких шансов атаки Ярославля не оставляет. Динамовцы забрасывают шайбу за ворота Олега Кадырова. Тот спокойненько выходит, играет клюшкой. Обе команды на хорошей серии побед находятся. У ярославцев 12 викторий к ряду. И в целом Лока в этом сезоне по большим праздникам проигрывает. Всего лишь 8 поражений, а в основное время так вообще 4. Но и динамовцам есть чем похвастаться. 9 побед в последних 10 встречах. Это тоже очень и очень здорово, причем, когда динамовцы одерживали эти победы, они случались не только над командами серебряного дивизиона. Например, им удалось ближайшего преследователя Лока обыграть, хоккейный клуб СКА 1946. Это случилось в Бобруйске в конце прошлого календарного года. Гости вновь в атаке, в позиционной атаке, надо сказать. И опасный момент они уже создают. Не будет здесь удаления, показывают арбитры. Хотя мне показалось, что на грани ярославцы там действовали. Мальцев очень недружелюбно на своем пятаке сыграл, завалил соперника. Но арбитры посчитали, что все было в рамках правил. Еще одна потеря у Ярославля. Еще один опасный момент. Олег Кадыров уже вступает в игру. Мирослав Михалев атаковал. Сын главного тренера Андрея Михалева. Который, кстати, имеет большой опыт работы с юниорскими командами в Беларуси. И в команде U17 он работал, и в U18. Опыта этому специалисту не занимать. Ну и в симпатичный хоккей его команда играет. В хоккей быстро, это мы прямо сейчас здесь в Ярославле можем наблюдать. И ярославцам на эти скорости как-то нужно отвечать. Уверен, Лок тоже приспособится. Ну и в целом не сказать, что кто-то кому-то уступает на старте этого поединка. Абсолютно равный хоккей. И вот первое удаление у нас наконец-то случится. Повод, кстати, арбитров все-таки будет назвать. Теряют гость шайбу. Это значит, игра у нас останавливается. И первое удаление. Осталось разобраться, кто же нарушил правила. Егор Сурин, 70-й номер, отправляется на 2 минуты за подножку. Сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в составе. Главные Никита Шалагин и Константин Якос. Вот этот момент с Сурином. Фол в нападении. Это всегда неприятно. Ну и линейные арбитры Степан Сироткин и Егор Шамин. Давайте смотреть за большинством гостей. Про меньшинство Лока быстренько скажу. Оно одно из лучших в молодежной хоккейной лиге. На втором месте по этому показателю ярославцы находятся. Почти 88% нейтрализации. Лишь 22 шайбы в 179 попытках соперника пропущено. Другое дело, у «Динамо» Шинник топовое большинство. 27,6% реализации, 55 шайб в 199 попытках заброшено. Давайте смотреть, кто кого. Классное большинство динамовцев или
шикарное меньшинство ярославцев. Но пока побеждает меньшинство, потому что вот уже 40 секунд толком в зону-то зайти не могут хоккеисты «Динамо» Шинник. Получается сейчас у них это сделать. Иван Аношко на правом фланге. Неплохая передача на вершину. И Ладутько бросает с дальней дистанции, но не попадает в створ ворот. Тютнев шайбу в среднюю зону выводит. И может быть контратака получится у ярославцев. Тютнев делал передачу на Шумилина. Хитрый пас задумал 18-й номер ярославской команды. Правда, исполнить не получилось. Ковгорения набирал скорость, но отдал шайбу назад. Передача получилась, мягко говоря, не очень удачная. Мальцев тут как тут. Готов был уже у соперника шайбу отобрать. Немного не повезло нападающему Лока. Нужно назад возвращаться. Еще полминуты есть у белорусов, чтобы попытаться все-таки это большинство реализовать. И не получится этого сделать. Сами же хоккеисты «Динамо» Шинник сфалили за воротами Олега Кадырова и уравняли составы играющих команд. Даниил Липский отправляется на 2 минуты. Толкнул он к Мальдинову, который уже не владел шайбой, и отправился на скамейку штрафников за блокировку. Давайте хоккей в формате 4 на 4 смотреть. Ну а затем за большинством Ярославля будем наблюдать, если, конечно, у нас еще тут кто-нибудь не удалится. Гости забирают себе шайбу после вбрасывания. Максим Глинский за воротами никак не может найти, как же выбраться из зоны. В итоге сделал передачу на свободного Игнатенко. Хорошая передача. Накатывался Степан Звягин на пятак. И чуть-чуть ему не хватило, чтобы в касание шайбу в ворота переправить. Глинский. И Лок в полном составе. Сразу же Симашев перехватывает шайбу. Отдает ее Ахунову. Ярославцы постепенно меняются. Ну вот Волков не торопится на скамейку запасных. Хотя я уверен, что Ярослав Люзенков хочет уже свою первую спецбригаду для реализации лишнего выпустить. Акмальдинов на Дмитрия Назарова. Есть перед ним свободный лед, но он предпочитает отдать передачу на Лукашевича. Лукашевич здорово разбирается. И ярославцы за считанные секунды встают в чужой зоне. И вот такой опасный момент создают усилиями Акмальдинова. Хороший бросок удался защитнику ярославской команды. Другое дело, что Иван Лущик на месте достаточно легко с этим выстрелом справился. Шумилин на левом фланге подхватил шайбу. Сделал передачу на Лукашевича. Но качественно войти в зону у ярославцев не получилось. Динамовцы отбиваются. И еще полминуты им это делать. Не назвал я вам статистику Лока в большинстве. Чуть больше 24% реализации. 38 шайб в 157 попытках заброшено. Это седьмой результат в молодежной хоккейной лиге. Что касается меньшинства динамовцев, то 13-е они по этому показателю. Чуть больше 83% нейтрализации. 32 шайбы в 189 попытках пропущено. Лущик еще делает одно спасение. И остается всего лишь 5 секунд на реализацию лишнего у Лока. Наверное, не самое лучшее большинство. Не то большинство, о котором могли бы мечтать болельщики, которые сегодня собрались в многофункциональном спортивном комплексе «Локомотив». И, кстати, их довольно много. Но надо понимать, что спецбригады и у тех, и у других довольно неплохие. Даже 13-е место «Динамо» Шинник по меньшинству. Это довольно неплохо. Гости выиграли шайбу, выбросили, а значит, выстояли в этом меньшинстве. Ульев первый на шайбе за воротами. Набирает защитник скорость. Длинная передача на Белякова. Не получилось у того шайбу подхватить. Но, правда, здесь партнеры помогают. Ахунов проворнее других оказался. И до шайбы добрался. Севко забрался в чужую зону, но положение вне игры фиксируют арбитры. Вбрасывание в средней зоне нам предстоит.
Довольно намного динамовцы уже отстают от капитана, который занимает первое место в серебряном дивизионе. Снова я решил ненадолго вернуться к делам турнирным. На 8 очков динамошенник отстает и на одну игру больше имеет. Поэтому эта встреча огромное турнирное значение имеет для хоккеистов из Бобруйска. Другое дело, что перед сезоном Андрей Михайлов говорил, что важно занять первые три места в серебряном дивизионе, чтобы просто попасть в плей-ин. И с этой задачей пока «Динамо-Шинник» справляется. Неплохая позиционная атака может получиться у гостей. Максим Глинский, правда, передачу сразу же отдать не сумел, но затем отправил шайбу в гущу событий, где было очень много игроков. Очень нравится, как динамовцы прессингуют соперника в чужой зоне. Ярославцы порой головы поднять не могут. Сатишвили. Передача на партнера. Аношка это был. Но, правда, после этого атака-то и заглохла. Глинский. Перевод налево. Булгаков набирает скорость, разворачивается и попадает под силовой прием Лукашевича. Ну, так легко ярославцы, конечно, себя обыгрывать не дадут. Бросок с дальней дистанции неточным. Он оказывается. Звягин. Потерял шайбу. И Акмальдинов на позиции форварда. Оказался защитник. Пошел вперед. Но обыграть соперника не получилось. Тютнев. Разворачивается. Не отдавал передачу, которая на 100% перехватывалась. Повезло ярославцам, что быструю атаку они не получили на свои ворота. Еще немножко про турнирную таблицу. Ну, в школе про «Динамо-Шинник» я сказал. Для «Локота» тоже сегодня игра отнюдь непроходная. На 6 баллов ярославцы СКА 1946 опережают, но имеют аж на 3 игры больше. То есть по потерянным армейцы до сих пор ярославцев обгоняют. Еще один опасный момент. Ярославцы создают усилиями второго звена. Роговский с разворота отправлял шайбу на пятак. Там находились Илья Назаров и Мальцев. Но до шайбы оба не добрались. Муромцев набирал вроде бы скорость, но шайбу потерял и придется от своих ворот атаку начинать. Ярославль тоже потихоньку прессинг включают. Поняли железнодорожники, что не самый простой соперник сегодня противостоит им. Ульев на синей линии стреляет и забирает шайбу себе Иван Лущик, который в первом периоде очень приятное впечатление оставляет. Так вот, Лока на 6 очков армейцев из Петербурга опережает, но по потерянным СКА все-таки впереди. И если сравняется по очкам команда СКА и команда Лока, то тогда армейцы будут выше по дополнительным показателям. Попросту побед будет больше у хоккеистов из Петербурга. Севко по борту. Ярославцы попытались оставить шайбу в чужой зоне и, похоже, вновь перестарались. Еще одно удаление в составе Лока. Беляков оказался неправ, и он отправляется на скамейку штрафников. Ну а мы посмотрим на повторе, что же здесь было. Ну, по клюшке ударил. И вполне справедливые 2 минуты получил. Вторая попытка поиграть в большинстве для «Динамо-Шинник» в этом матче. Первая получилась, мягко говоря, не очень. И забить не удалось. И в итоге даже полноценные 2 минуты не отыграли в формате 5-4, потому что сами нарушили правила. Давайте смотреть, что же получится сейчас. Аношка против Кораблева на точке вбрасывания. У нас же небольшая пауза. Ждем, пока на кубе отмотают немножко назад время. Вот это случилось. И можно хоккей продолжать.
Кораблев выиграл вбрасывание. Белоусов шайбу выбросил. Начало для Лока, как и в прошлый раз, неплохое. Начало меньшинства, я имею в виду, из-за своих ворот. Атаку гости начинают. Ладучка длинную передачу под красную линию сделал. Там ярославцы уже плотную оборону выстроили и своего соперника немного отодвинули. Еще одна попытка зайти в чужую зону. Не заканчивается успехом. Может быть, сейчас получится. И сейчас не получается. Правда, ценой только нарушения правил. Камушкин не пустил соперника в свои владения. И втроем Камушкин оставляет хоккеистов Лока. Минуту и 26 секунд. Динамо Шинник будет играть в формате 5 на 3. Хороший шанс для того, чтобы открыть счет. Вряд ли, конечно, требовалась ситуация таких действий от Камушкина. Шайба далеко от ворот находилась. Но что сделано, то сделано. Давайте смотреть, как Динамо Шинник такое большое преимущество будет разыгрывать. Игнатенко. Перевод направо и бросок в касание от Звягина. Не попадает он в створ ворот. Не стали ничего здесь придумывать гости. Простую комбинацию разыграли, и получилось довольно опасно. У ярославцев Мальцев, Симышев и Лабуткин обороняются. Звягин оставил шайбу партнеру. Липский. Перевод направо. Снова Степан Звягин шайбой владеет. Сближается с голкипером. И здорово здесь гости разыгрывают. Кадыров выручает свою команду. Успел Олег переместиться и отразить эту шайбу. Звягин зону закрывает. Решил сам бросить, и вновь Кадыров в игре. Мальцев первый на шайбе, но выбросить не получится. Игнатенко. Перевод направо. Звягин не стал бросать. Хорошая передача под ворота. Ну и вот эта комбинация наигранная у Динамо Шинник. Второй раз они пробуют, но, правда, сейчас до броска дело не довели. Звягин немного замешкался, и в итоге Ярославль такого не простил, и выбили ярославцы шайбу у динамовцев. Еще 10 секунд им продержаться втроем против пятерых соперников. Дальше уже будет полегче. Отстукивает Лущик клюшкой по льду, сигнализирует своим ребятам, что четвертый скоро появится на площадке, а он и появляется. Беляков сразу же включается в игру. И уже сложнее, конечно, будет реализовать это большинство. Шикарный шанс Динамо Шинник упустили для того, чтобы открыть счет. Ну а так это продолжается. Может быть, в формате 5 на 4 что-то получится. Хорошая передача. И все-таки добиваются своего гостя. Даниил Сатишвили открывает счет. Не достояли ярославцы, но, впрочем, наверное, Лока может обвинять только себя. Сатишвили лучший бомбардир команды. Это 21-я его шайба в нынешнем сезоне. Да, здесь, конечно, повезло ему с отскоком, но везет тому, кто везет, как говорится. Давайте еще раз посмотрим. Ярославцы очень самоотверженно играли, и было видно, что железнодорожники очень хотят достоять в этом меньшинстве, но отскок сыграл не за Олега Кадырова и его партнеров. 4 минуты и 26 секунд остается до конца первого периода. Равный хоккей мы с вами смотрим. Может быть, небольшое преимущество у динамовцев, но поскольку ярославцы попросту чаще удаляются, чем соперник. Но вот по опасным моментам, наверное, Лока все-таки был впереди, чего стоят только два момента, которые были у Шумилина. Лока пытается сразу же исправить несправедливость и еще в первом периоде отыграться. Тут же ярославцы в атаку перешли. Но другое дело, что эта атака опасной не получилась. Длинная передача Пирогову. Не будет, кстати, здесь пробросом. Интересно, почему. Муромцев. Закатился он в чужую зону. И еще одно удаление у нас. Теперь уже, похоже, в составе белорусской команды. Правда, Муромцев протестует. Не понимает, за что его. Ну, а мы на повторе разберемся, были ли основания у арбитров за опасную игру высоко поднятой клюшкой удалять 17 номера белорусской команды. Клюшкой,
Но вот на этом повторе, если честно, и не очень-то понятно было, за что нападающий гостей отправился на скамейку штрафников. Ну да ладно, много у нас удалений в первом периоде. Уже 8 минут штрафа набрали команды на двоих, а период-то еще не закончил. Гмальдинов на Тютнева. Тютневу пришлось коньком шайбу принимать, и затем атаковали его соперники. Чуть было шайбу не потерял 18 номер ярославской команды. Лукашевич ушла она с крюка. Сделал все-таки передачу на Дмитрия Назарова. А Дмитрий Назаров шайбу не удержал. Пока никак атаку начать не получается у ярославской команды. Капитан решил все взять в свои руки и прошел к воротам Еремей Шумилин. Бросился неудобный. Но пока, безусловно, самый опасный игрок в составе ярославской команды — это Еремей Шумилин. Акмальдинов пошел вперед. Защитник вышел на ударную позицию, а шайба осталась примерно в том месте, откуда бросал Акмальдинов. Видимо, сошла она с крюка. Кадыров надежно играет клюшкой. Лукашевич не сумел шайбу остановить. Не самая удачная смена от 71-го номера ярославской команды. Симашев. Набирает скорость Симашев. Тут в своей зоне он немножко шайбы поиграть решил, но двух соперников не удел оставил. Роговский. И у Роговского не получилось эту атаку продолжить. Пока ничего интересного, кроме прохода Еремея Шумилина от железнодорожника, в большинстве мы не видим. Роговский. 20 секунд еще у ярославцев есть на розыгрыш лишнего. Ябелов на Мальцева. Но встали наконец-то в зоне хоккеисты Лока. Начинается их розыгрыш. Назаров на Симашева. И тот в касание бросает. Забирает себе шайбу Лучик. И еще 5 секунд на это большинство есть у Лока. Ну, в теории, бросок можно успеть подготовить. Атака, но вот хоккеистов Лока. Ну, хотя бы такая, потому что в целом почти все 2 минуты ярославцы потратили на то, чтобы в чужую зону забраться. Готовится Александр Муромцев появиться на площадке. Сурин подбирает шайбу, но большинство реализовать у Лока не получится. Динамо Шиник в полном составе. Будем смотреть хоккей в формате 5 на 5. Беляков упал в районе синей линии. Булгаков шайбу подхватил, но положение вне игры фиксирует линейный арбитр и срывает планы на атаку, которые, безусловно, были у Динамо Шиник. Кораблев выигрывает вбрасывание у Игнатенко. Белоусов из своей зоны атаку Лока будет начинать. Камушкин на Волкова. Посмотрите, опять какой высокий прессинг от белорусской команды. И какие проблемы у Ярославля возникают. Много матчей Лока здесь, в многофункциональном спортивном комплексе «Локомотив», я в этом сезоне видел. И не припомню команду, которая так нагло бы играла против лидера чемпионата. Динамовцы очень приятное впечатление на старте этого поединка оставляют. Интересно, конечно, хватит ли с такой интенсивностью играть весь матч белорусских хоккеистов. Не факт, конечно, но, с другой стороны, хорошая команда должна уметь перестраиваться, и по ходу встречи тоже. Ябелов подхватил шайбу, отдал ее Волкову. И быстрая атака может у Ярославля получиться. Последняя минута первого периода у нас вовсю уже идет. И усилиями четвертого звена ярославцы проводят атаку. Камушкин. Волков. Ошибаются гости. Кораблев шайбу перехватил. И Ябелов с убойной позиции бросал. Но выкатился из ворот Иван Лущик, сократил угол обстрела, и прям в грудь ему шайба попала. Неплохая атака от ярославцев, плюс динамовцы сами этот шанс своему сопернику подарили.
Гости сильнее оказываются на точке. Ивана-ножка выиграла единоборство. И выход 1-1. Михалев против Кадырова. Кадыров побеждает в этом единоборстве, но будет удаление у ярославцев. Вот и 10-я минута штрафа подъехала. А в этом периоде очень много удалений. Конечно, в дисциплине нужно прибавлять обеим командам. У нас Рауль Акмальдинов удален. Давайте смотреть. Попал клюшка Акмальдинов по своему сопернику. Причем сделал это после того, как Михалев не реализовал выход 1-1. Роговский выиграл вбрасывание. Симашев шайбу подхватил и выбросил. И если динамовцы хотят еще одну атаку провести, нужно поторопиться. Мальцев это понимает. И посмотрите, какой умница Мальцев. Он навязывает борьбу за чужими воротами. Упал там еще не без помощи соперника, но арбитры промолчали. 1-0. Гость впереди после 20 минут игры. Отдыхаем.
Менее 2 минут остается до начала второго периода матча Олимбет молодежной хоккейной лиги между Локо и Динамо Шинником. 1-0. Гость впереди после стартового отрезка благодаря шайбе Даниила Сатишвили. Она была заброшена в момент, когда в большинстве динамовцы играли. Но обо всем по порядку. Нарезка самых интересных, самых опасных моментов этого отрезка на ваших экранах. Мы говорили, что в какой-то момент показалось, что небольшое преимущество есть у Динамо Шинник. И, наверное, это связано с тем, что ярославцы гораздо чаще нарушали правила. 8 штрафных минут против 4. То есть 12 минут штрафа на двоих набрали по итогу команды. Это очень и очень много. И уверен, что на дисциплину обращали внимание и те, и другие наставники играющих команд. А вот она, шайба Сатишвили. Сатишвили — лучший бомбардир Динамо Шинникова в этом сезоне. Это его 21-й гол в текущем чемпионате. Повезло ему здесь с отскоком. Ярославцы только-только выстояли в формате 3-5. Но вот 4-5 уже не получилось сохранить свои ворота в неприкосновенности. У Лока были также неплохие моменты для того, чтобы открыть счет голам в сегодняшнем матче. Только один лишь Еремей Шумилин трижды мог это сделать, но точности пока не хватает ярославской атаки. Плюс голкипер Иван Лущик очень здорово пока на последнем рубеже действует. Второй период гости начинают в большинстве. Еще минуту и 39 секунд Раулю Акмальдинову находиться на скамейке штрафников. Выиграли гости вбрасывание, и свою атаку будут они прямо сейчас начинать. Липский владеет шайбой. Игнатенко. И так не спеша динамовцы раскатываются. Ковгарень сделал передачу под синюю линию, но ярославцы там мощный кулак выстроили. И в итоге все-таки забираются гости в чужую зону. Бориков делает передачу в угол площадки. Должны сейчас гости расположиться во владениях Олега Кадырова. Хотя ярославцы предлагают довольно активное меньшинство. И 2-0. Егор Бориков пробивает Кадырова вновь с отскоком. Отчасти повезло динамовцам, но опять же везет тому, кто везет. Второе большинство гости реализуют и подтверждают свой статус одной из лучших команд по реализации лишнего в этом сезоне. Бросок с дальней дистанции. А вот вы знаете, может быть, там и не отскок был, а сознательная передача Даниила Липского. Сложно понять. Но понятно лишь одно. Бориков остался один на пятаке, никем не прикрытый. И что есть силы, бросил он поворотом и между ног Олегу Кадырову попал. 2-0 на старте второго периода. Для Борикова это 9-я шайба в нынешнем сезоне и 19-я, набранная очком. Ярославцы сразу же могут ответить. Мальцев выходит один на один и не забивает Иван Лущик. Или забивает все-таки. Забивает, похоже. 2-1. Тут же становится счет. Хотя поначалу показалось, что Лущик-то вытащил. Но посмотрим, как шайба попала в итоге в ворота. Ценой, кстати, травмы Мальцева. Он с трудом поднимается. Давайте еще раз посмотрим. Бросил Мальцев. Шайба ударилась в ногу Лущику и между ног проскочила. Ну вот, похвалил я Ивана, что справился он с брошком Мальцева. Справился, да не до конца. Лучший бомбардир ярославской команды все-таки своего добился. И очень-очень быстро Лока одну шайбу в сегодняшней встрече отыгрывает. Надеемся, что с Мальцевым все будет прекрасно в части здоровья.
Сейчас ему оказывают помощь на скамейке запасных. Вы этого не видите. Ну, а мы продолжим дальше смотреть хоккей. Криштофик, бросок в ближний угол. Мимо ворот шайба прошла. Цурин, хорошая передача на Ахунова. И еще один выход один на один может случиться. Ахунов не стал сближаться с голкипером. Улив добавлял шайбу, правда, ногой. И она бы не была засчитана совершенно точно. Ну, а затем в свою зону гости отскочили. И уже позиционная атака ярославцев. Цурин попадает под силовой прием. Ахунов... тут как тут, но не получилось атаку развить. Симышеву тоже стоит похвалить. Он эту голевую передачу на Мальцева отдал. Ну а между двумя шайбами у нас прошло всего лишь 22 секунды. Продуктивно мы начинаем второй период с двух заброшенных шайб. И ярославцы... продолжают атаковать. Ябелов вместе с Волковым на чужой синей линии пытались что-то придумать. Ябелов в итоге шайбу вперед пробросил, но на этом атака ярославцев закончилась. Белоусов. Кораблев на Белоусова. Поставил корпус на защитник ярославской команды. И Кораблев скорость набрал. Еще одна быстрая атака в исполнении ярославцев, но вот у Кораблева передача не прошла, хотя неплохо там Ябелов накатывался. Кораблев на пятак, Ябелов в касание не попадает по шайбе. Но очевидно, что Лок после перерыва добавил в атаке. И за исключением вот этого большинства, динамовцам тяжело приходится. Правда, они тоже контратаковать умеют, что и показал нам Егор Игнатенко. Довольно опасно это все смотрелось. Ну и в целом у нас такой быстрый хоккей, местами качельный, туда-сюда. Шайба скачет, туда-сюда идут атаки. И самое главное, большое количество быстрых атак. Звягин обыграл Дмитрия Назарова, бросил по воротам. Еще один бросок по воротам Кадырова, но шайба отскочила в заградительную сетку. Вбрасывание у ворот ярославцев. Бодро у нас второй период начался, что я про статистику первого вам не рассказал, но она в целом примерно равная. По броскам в створ 10-7 в пользу ярославцев было, но вот по броскам в сторону ворот динамовцы перебросали своего соперника 17-16. Это, наверное, ключевые цифры. Мальцев два раза подряд атаковал, лучик справился, и третий бросок от ярославцев в этой атаке. Но очевидно, что железнодорожники добавили. И со всех позиций они продолжают ворота Лучика обстреливать. Не получилось у Симышева удержать шайбу в чужой зоне. Она уже в зоне ярославской. Сам Симышев к ней успел и сделал длинную передачу на партнера. Илья Назаров шайбу подхватил, набрал скорость. Дал по тормозам, смотрит, где же находятся партнеры по атаке. Они как-то в статичном положении. Все были, и в итоге Назарову некому было делать передачу. Лучик, ошибка вратаря, и два подряд классных спасения после бросков Ильи Роговского. Ну вот Лучик сам напортачил, сам же и исправился. Давайте смотреть. Не надо было, конечно, здесь клюшкой играть, но лучше было шайбу прижать. Сложно сказать, почему Иван такое решение принял. Все-таки Роговский находился очень и очень близко. И понятно, что мог эту шайбу перехватить. Но все хорошо для гостей закончилось. Лабуткину добавили голевую передачу в моменте с голом Мальцева. Ну, а ярославцы продолжают обстреливать ворота Лучика. Мне кажется, что бросков
8-10 они уже нанесли в этом периоде. А у нас еще и 5 минут не прошло. Пирогов. Ульев за воротами. Высоко опять динамовцы прессингуют соперника. Двумя игроками сейчас за ворота шли. Но ярославцы этот прессинг разбили. Уже разворачивают свой, не дают гостям выбраться из своей зоны. Впрочем, динамовцы довольно уверенно с этим прессингом справляются. Кадыров поймал бросок из средней зоны. Глинский вдоль синей линии прокатывается. И может позиционная атака здесь получится у гостей. Владучка. Пас на синюю линию. Снова Глинский. Отправляет шайбу в район пятака. Даже такой бросок получился. И удаление, кстати, будет еще одно. И вновь в составе ярославцев Пирогов отправляется на 2 минуты. За подножку отдохнет защитник ярославской команды. Видимо, немного за кадром у нас этот момент остался, но там на площадке, на льду находился один из игроков «Динамо-Шинник». Видимо, ему и досталось от Пирогова. Это все было рядом с арбитром. Уверен, что арбитр принял правильное решение. Ярославцы выигрывают вбрасывание и выбрасывают шайбу подальше от своих ворот. Волков тут еще соперника попрессингует. Вновь Лущик ошибается. Кораблев попадает в штангу. Могли сейчас в меньшинстве ярославцы забросить. И каких-то сантиметров Кораблеву не хватило. Лущику, конечно, со своей клюшкой нужно быть поаккуратнее. Многовато ошибок во втором периоде от голкипера гостей. Именно в этом компоненте, я имею в виду, в части отражения бросков пока все здорово. Кораблев выиграл в скорости у двух соперников. И только лишь в последний момент Ладучка здорово клюшкой сыграл и Кораблева шайбу смахнул. Липский. Передача на синюю линию. Там Ковгореня. Звягин. И выжимает его Шумилин в среднюю зону. Ярославцы даже вчетвером умудряются соперника прессинговать в районе чужой синей линии. И это позволяет бросок по воротам нанести. Павел Тютнев это сделал, но еще 50 секунд есть у динамовцев на реализацию лишнего. Липский. Прижали его к бортику, там Акмальдинов аккуратненько так держал нападающего гостей. И никак в зоне встать динамо-шинник не может. Но вот сейчас это получается. Правда, неточная передача. Акмальдинов очень здорово тут на перехвате дважды сыграл. И в итоге точную передачу отдал на партнера. Шумилин. Шумилин. Ковгорень против него провел силовой прием. Шлем потерял капитан динамовцев. Поэтому отправился на скамейку запасных. Ну а блок в полном составе. И это большинство, наверное, одно из самых неудачных для динамо-шинник. Мало того, что ничего опасного у ворот Кадырова мы не увидели, так еще и динамовцы чуть не пропустили. Помните выход Кораблева. Остановка у нас в игре. Вбрасывание у ворот Кадырова предстоит. А вот этот момент Кораблева давайте еще раз посмотрим. Чистейшая штанга. Здесь никаких просмотров нам не потребовалось. И арбитр рядом находился. Ну и звон стоял такой, что, мне кажется, каждый в многофункциональном спортивном комплексе «Локомотив» это слышал. Гости сильнее на точке. Якунин шайбу подхватил. Передача за ворота. Там Булгаков находился. И Булгаков продолжает шайбу удерживать. Симышев против него. Симышев выдавил соперника в среднюю зону. Затем Мальцев поборолся. Кстати, опять на грани действовал. Мне кажется, были там основания у арбитра еще одно удаление ярославцам выписать. Мальцев. Ух, один на один случился. И Назаров добивал шайбу. Ворота уже со средней дистанции. Лущик вновь здорово сыграл. Очень много силовых приемов во втором периоде.
команды бьют друг друга, а ярославцы продолжают создавать опасные моменты. Ну вот в формате 5 на 5 Лок, конечно, поинтереснее в этой 20 минутке пока смотрится. Но что нравится, динамовцы продолжают поддерживать довольно высокий темп. И это определенная проблема для Лока. Ярославцы, наверное, привыкли, что темп как раз они задают, а тут динамовцы свою игру сопернику навязывают. Белякову досталось в чужой зоне, но уронили нападающего Лока. Он шайбу потерял. Но, правда, из этого своей атаки динамовщик начать не сумел, потому что положение вне игры, вбрасывание в средней зоне. Ахунов против Аношка на точке. Ахунов выиграл единоборство. Ульев. Пирогов до шайбы не дотянулся, но все равно ее подхватил и отправил в зону динамовцев. Там, правда, на подбор первые гости успели. Надежно очень игру Сивко сыграл. Пирогов. Неточная передача и проброс будет зафиксирован. Вбрасывание у ворот Лока. Меняться ярославцам, естественно, нельзя. У гостей сочетание Игнатенко появляется на площадке. Ну, гости сильнее на точке, но не понравилось что-то линейному в действиях Игнатенко, и придется единоборство повторить. Почти половину игры мы с вами посмотрели. Очень интересный хоккей, очень быстрый. Единственное, действительно, очень много удалений. Правда, здесь в основном ярославцы отличаются. Но это как раз, наверное, следствие того темпа, который соперник Лока сегодня предлагает. Ошибаются хоккеисты из Ярославля, из Вягин. Со острейшего угла пытался Кадырова пробить. Кадыров успел к штанге прижаться и свою команду выручить. Кадыров. Ульев по борту. Но шайба там не очень удачно отскочила для ярославцев. Впрочем, все хорошо для них закончилось. Игнатенко. На Звягина под красную линию. Тут дальше на Ермоленко. Правда, развернуть эту атаку как следует не получилось у динамовцев. Шайба вновь у хоккеистов Лока. Длинная передача Ульева. Волков дальше на Кораблева. Кораблев скорость набрал, дал по тормозам. Смотрит, где партнеры, и изумительную передачу на Волкова отдает. Вот если бы в клюшке, то цены бы ей не было. Ну а так бросать в касание, конечно, Волкову было неудобно. Ну, молодец Кораблев, что увидел одиноко стоящего партнера на дальней штанге. И молниеносный пас туда отдал. Чуть-чуть исполнение подвело. Но это уже завершающая фаза атаки, когда Кораблев в касание бросал. Иван Лущик прикрыл ближний угол и свою команду выручил. Кораблев выиграл вбрасывание. Волков сразу же касание бросает. Лучик справляется. Белоусов. Ябелов. Обыгрался защитником. И Белоусов переводит шайбу на Волкова. Этот пас, надо сказать, проходит. Лучик опять при игре клюшкой ошибается. Ударил он сейчас ею по льду. Видно, что расстроен вратарь. Но самое главное, все хорошо для динамовцев закончилось. Муромцев. Волков набирает скорость. Кораблев помогает Волкову. Делает Волков эту передачу, но Кораблев бросить не сумел. Правда, без нарушения правил здесь не обошлось. Булит назначается у нас за задержку соперника клюшкой. Давайте еще раз этот момент посмотрим. Ну, конечно.
И здесь к арбитрам никаких вопросов нет. Действительно, нарушали. Гость правила, давайте смотреть. Роговский появляется на площадке. Специалист по булитным делам. Роговский против Лущика. Ну, кто кого, давайте смотреть. Два-два! Никаких шансов. Роговский не оставляет своему сопернику. Второй подряд булит точно для Роговского. Не так давно здесь, в Ярославле, он уже забивал. Но и сейчас не стал сближаться с вратарем, хотя Лущик выкатился и просто бросил мимо, попал. Здесь все надежно для нападающего Лока. Гол Роговского в сезоне. 27-е набранное очко. И, кстати, он сравнялся с Дмитрием Назаровым. Делят они второе место в списке бомбардиров команды. Впереди только Максим Мальцев, который сегодня, как вы помните, очки тоже набрал. 2-2 у нас становится счет. Таким образом, Лок с 0-2 отыгрывается. Но я не думаю, что динамовцы рассчитывали на беззубую атаку Лока. И продолжают ярославцы атаковать. Дмитрий Назаров. Островат был угол. Лущик к штанге прижался и свою команду выручил. Но опять отмечаем неплохие действия впереди от железнодорожников. Во втором периоде, еще раз повторюсь, они явно активизировались. Шумилин, но выиграл вбрасывание. Ростовцы шайбу подхватили. Шумилин в касание бросает. Там рикошет случился. И шайба в свор ворот не пошла. Нужно уже ярославцам возвращаться. А ножка на правом фланге. Прошел Лукашевичу. Бросил по воротам. В ближний угол шайба шла, но не попал в створ. Седьмой номер Динамо-шинник. Еще один бросок. И вновь рикошет. И вновь мимо. Глинский здорово на синей линии сыграл. А ножка... выходил на ударную позицию, но скорее передачу он там делал. Ярославцы внимательно сыграли и не позволили этому пасу пройти. Михалев. Тютнев против него. Тютнев роняет десятку Динамо-шинник, но шайба-то все равно у гостей остается. Правда, ненадолго. Лока совместными усилиями отбивается. И Ремей Шумилин очень мягко шайбу в чужую зону отправил. Так, чтобы не было проброса и была возможность поменяться. Еще одно удаление. И снова у Лока Дмитрий Назаров за воротами перестарался. Максиму Глинскому там досталось. И Глинский с трудом катит в сторону скамейки запасных. Ну, а тут еще будет, похоже, удаление. Парад настоящий удалений. Данил Сатишвили. Мальцеву по лицу попал. И вполне справедливые две минуты получил. Вот момент Дмитрия Назарова. Клюшкой он ударил Глинского. Поначалу могло показаться, что Назаров на борт толкнул соперника, но нет, силовой прием был абсолютно чистым, а затем Дмитрий Назаров то ли по неаккуратности, то ли специально, кто его знает, но ударил клюшкой своего соперника. Впрочем, Сатишвили ответил ровно тем же. В формате 4-4 мы будем смотреть хоккей. Ну а пока бросоним у ворот. Олег Кадыров. Роговский выиграл единоборство, но у Лабуткина не получилось шайбой завладеть. Ковгореня передачу делал на пятак. Хорошо было по задумке, но у Игнатенко не получилось по шайбе сыграть. Роговский в углу площадки вместе с Мальцевым боролся, но проиграли ярославцы эту борьбу. Игнатенко... Покинула у нас шайба пределы ледовой площадки. Вбрасывание в средней зоне предстоит.
Ахунов выиграл единоборство. Александр Муромцев ему противостоял. И ярославцы от своих ворот атаку начинают. Ульев. Проблемы тут небольшие с обработкой у ярославского защитника. Но справился он в итоге. Ахунов мимо шайбы проехал. И Булгаков ее забрал для своей команды. Муромцев на Булгакова. Пирогов ставит спину, но силовой прием против него проводит Булгаков. Правда, это не позволило шайбой завладеть. 55 секунд на игру в формате 4 на 4. К сожалению, ничего интересного мы не видим от команды. Может быть, сейчас у ярославцев получится. Белоусов на левый фланг, на Камушкина. Очень много неточных передач. И поэтому каких-то осмысленных атак не получается. Хотя, если честно, я связывал определенные надежды именно с игрой 4 на 4, когда случились эти два удаления друг за другом. Показалось, что по такому матчу как раз-таки это преимущество. Причем и для тех, и для других. Волков забирает шайбу. В окружении трех соперников Волков остался и сумел за шайбу зацепиться. Кораблев помог своему партнеру. Хорошая передача на Белоусова. Но опять не получается у ярославцев шайбу остановить. Кораблеву приходится за защитника отрабатывать. И у Кораблева это хорошо получается. Команда в полном составе. Дмитрий Назаров очень своевременно вышел со скамейки штрафников. И забрал себе шайбу у чужой синей линии. Из этого вырастает ярославская атака. Ну а мы смотрим хоккей в формате 5 на 5. Волков на Кораблева. Лукашевич. Много борьбы в зоне белорусской команды. И бросок Дмитрия Назарова. Но так скорее, чтобы от шайбы избавиться. Лукашевич. Дмитрий Назаров. Бросок с дальней дистанции. Вот это уже посерьезней. 22 номера Лока. Получилось у Лукашевича зону закрыть. И здесь Акмальдинов шайбу отвоевывает. Поэтому позиционная атака ярославцев продолжится. Кстати, едва ли не самая длинная атака во втором периоде, в котором очень-очень важно вот именно такие атаки проводить, чтобы накладывать смены на уставшего соперника. Не будет тут проброса. Акмальдинов. Длинная передача на Тютнева. Тютнев до шайбы не добрался. И положение вне игры фиксируют арбитры. Хотя Матвей Ладудько предъявляет претензии арбитру, поскольку шайба от Тютнева в зону пошла. Игнатенко против Мальцева. На точке Мальцев выигрывает единоборство, но с нарушением правил. Так, по крайней мере, считает линейный арбитр, поэтому бросование придется повторить. Снова хозяева сильнее на точке. Подбор Роговский забирает. Правда, разобраться с соперником не получилось. В итоге Роговский шайбу потерял. Серия взаимных ошибок. И при своих остаются команды. Лока вновь шайбой владеет. Лабуткин за воротами прокатывается. И как резко он на пятак-то двинул. Но готовы были к этому гости. В итоге шайба ушла с крюка Лабуткина. Звягин идет вперед, но не пустят здесь просто так. Слишком много хоккеистов Лока находились. Бросок по воротам Кадырова. Но на добивании Симашев не дал сопернику сыграть. Звягин. Хороший перехват. Но тут скорее плохая передача Мальцева. Непонятно, зачем он решил этот пас выполнить. Ковгарения. Передача на партнера. Сивко забрасывает шайбу за ворот Кадырова. Сам же устремился в эту борьбу и опоздал. Сурин набирает скорость.
Беляков. Еще одна попытка зайти в чужую зону. Зорину и Белякову тяжеловат. Сегодня «Динамо-Шинник» крупная достаточно команда. Умеет играть и в силовую борьбу, и Белякову с Суриным, которые пока не обладают внушительными габаритами, иногда приходится очень и очень тяжело бороться с большими защитниками «Динамовцев». Беляков не сумел сделать передачу. Нужно назад возвращаться. Пирогов в среднюю зону. Снова неточный пас. Очень много ошибок и со стороны тех, и со стороны других. А между тем, последние две минуты второго периода у нас пошли. А на площадке-то ничего особенного не происходит. Динамовцы попробуют атаку провести. Нужно за шайбу цепляться. Муромцев и пытается это сделать за воротами. Волочко с дальней дистанции. Кадыров выручает свою команду. Хотя вначале сыграл-то не очень уверенно. Атака продолжается. Бросок с убойнейшей позиции. И Кадыров забирает шайбу себе. Ивана-ножка атаковал. Вот вам и ничего не происходит. Только я об этом сказал, как динамовцы шикарную атаку провели и могли вновь в этом матче выйти вперед. Давайте смотреть. Вот бросок от синей линии. Зря я тут Кадырову поругал. Там рикошет случился. И наоборот, умница вратарь. Ярославская команда, успел он в другую сторону начать движение и все-таки шайбу отразить. Ну, а затем мощный бросок Ивана Аношко. С ним Кадыров также справился. Волков в своей зоне владеет шайбой. Камушкин на партнера. Белоусов. Ябелов набрал скорость, забросил шайбу за чужие ворота. Сам же устремился в эту борьбу. Партнеры помогают, и партнеры шайбу забирают. Волков делал передачу на Ябелова. Неточным этот пас оказался. Последняя минута второго периода у нас пошла. Кмальдинов шайбы в своей зоне владеет. Прессингуют его соперники. Кораблев набирает скорость. Бориков убирает Кораблева в борт, но не получается шайбу отобрать. Волков выходит на ударную позицию. И сошла шайба с крюка у Волкова. 3 в 2 атака. Может она получиться хорошей. Бориков завалил Кадырова. И сейчас, конечно, его ярославцы будут с пятака убирать. Это может спровоцировать драку. Бориков удален будет, хотя одобряют его действия хоккеисты «Динамо». Атаковал он вратаря. И свои две минуты 11 номер должен получить, что, собственно, сейчас и случится. Правда, и Дмитрий Назаров отправляется на скамейку штрафников не первый раз в сегодняшнем матче. И никакого большинства у ярославцев, похоже, не будет. Да, 4 на 4 у нас продолжится хоккей. Зря страдал Олег Кадыров. Если ничего еще не случится в части удалений, то третий период команды начнут в формате 4 на 4. Но давайте досмотрим 27 секунд периода второго. Шумилин набирает скорость. Заходит в чужую зону. Бросок из-под защитника. Но попадает. Там шайба в Шатило и в итоге не идет в ворота. 10 секунд есть еще на атаку у гостей. Глинский. Передача это была на дальнюю штангу, но туда Ладудько не стал смещаться. В итоге пас в никуда вышел. Прозвучит у нас сейчас сирена. 2-2 после 40 минут игры. Отдыхаем.
Около 2 минут остается до начала третьего периода матча Олимбет молодежной хоккейной лиги 2-2. После 40 минут игры между Лока и Динамо Шинником и вы видите самые интересные моменты второго периода, который начался с 2 заброшенных шайб подряд. 22 секунды их разделили. Сначала Егор Бориков отличился, но затем Максим Мальцев реализовал выход 1-1. Да, не без проблем, да, не без помарки Ивана Лущика, но довольно быстро лучший бомбардир ярославской команды одну шайбу отыграл. Затем у нас продолжился парад удалений. Команды очень много в этом матче играют. В неравных составах или в неполных составах 22 минуты штрафа на двоих уже набрали. Это, конечно, никуда не годится. Ярославцы были в целом поострее, поопаснее. Больше бросали в створ ворот 14-8 по этому показателю. 23-16 по броскам в сторону ворот. И все-таки своего хозяева добились. Заработали буллит, который очень хладнокровно реализовал Илья Роговский. Так счет у нас стал равным. Затем, кроме, наверное, как удалений и парочки еще моментов, ничего интересного мы не увидели. И в концовке второго периода Дмитрий Назаров за грубость, а Егор Бориков за блокировку вратаря отправились на скамейку штрафников, поэтому третью 20-минутку мы начнем в формате 4-4. В самом начале этого поединка говорили мы с вами о том, что, скорее всего, матч станет довольно упорным. Все-таки лидеры у нас встречаются. Да, пусть и в разных дивизионах команды играют, но «Динамо Шинник» в этом сезоне очень и очень здорово выглядит. И нескольких фаворитов эта команда уже сумела обыграть. Когда она попадет в плей-ин, а я в этом не сомневаюсь, команде из золотого дивизиона очень и очень непросто придется против динамовцев. Третий период у нас начался. Гость шайбы в своей зоне владели, но пробросились. И бросование будет у ворот Ивана Лущика. Еще минуты и 20 секунд в формате 4-4 нам смотреть хоккей. Предыдущий раз, когда команды играли 4-4, ничего интересного мы с вами не увидели. Липский против Шумилина на точке вбрасывания. И предупреждение выносится скамейки «Динамо Шинник». Поэтому небольшая заминка у нас возникает. Что-то арбитру не понравилось в действиях либо тренерского штаба, либо игроков гостевой команды. Вот сейчас арбитры что-то обсуждают, поэтому пауза у нас затягивается. И игра наконец-то готова возобновиться. Шумилин вроде бы выиграл вбрасывание, но Липский здорово сыграл на подборе. Замешкались затем динамовцы и сами себе момент привезли. Ковгарень не зацепился за шайбу. И ярославцы ею владеют в своей зоне. Но Лукашевич набирает защитник скорость. Пытался пройти Ковгарень, не получилось. Но сам к шайбе устремился. Правда, продолжить атаку не вышло. Липский подключил партнера. Бросок ладучкой из-под защитника и в ногу игроку Локо он попадает. Шумилин пытается ответить тем же. Но обыгрывает он соперника. И какую передачу на Акмальдинова отдает. Красота от капитана ярославской команды. Акмальдинову оставалось лишь попасть
ну, фактически уже в пустой створ. А это молодец Еремей Шумилин. Мы говорили, у него сегодня было много моментов. Но броски, может быть, не вполне пошли у капитана ярославцев, зато пошли обыгрыши и вот такие классные передачи. Впервые в этой встрече ярославцы выходят вперед. Это случилось лишь в третьем периоде. Еще 41 секунду мы будем смотреть хоккей 4-4. Ну вот интересненькое подъехало в этом формате. Немного жаловались мы с вами, что ничего интересного не происходит. А вот он и гол. Мальцев владеет шайбой в чужой зоне, но выжимают его в зону среднюю. Для Шумилина 15-й пас в сезоне, 27-е набранное очко. Если говорить об Акмальдинове, он по-прежнему лучший бомбардир-защитник своей команды. 7 плюс 19. У него 26 очков. А могло быть и больше, но Рауль Акмальдинов несколько матчей сыграл в континентальной хоккейной лиге, поэтому пропускал игры в МХЛ. В полных составах играют команды, но Лока создал еще один опасный момент, пока я вам рассказывал про Акмальдинова, но забить не удалось. Звягин набирает скорость и положение вне игры фиксирует арбитры. Вбрасывание в средней зоне нам предстоит. Гнатенко против Ахунова на точке. Ахунов выиграл вбрасывание при помощи партнеров. Правда, затем Сурин ошибся в передаче и чуть было атаку на свои ворота не накликал. Но затем ярославцы надежно все-таки в зоне сыграли и шайбу, по крайней мере, вывели. Гнатенко за спину на Булгакова. Булгаков шайбу забрасывает. Там пока только Кадыров. Клюшка играет и делает это не очень удачно. Звягин шайбу перехватил, но вот выжить из этого что-то пока не получилось у гостей. Гнатенко за воротами прокатывается. Ульев против него. Подталкивал 12 номера гостей. Но все в рамках правил. Пирогов по борту. И это проброс. Конечно же, вбрасывание не будет. Кстати, проброса. Ахунов успел к шайбе. Пассивно динамовцы сыграли в этом моменте. Готовились уже арбитры этот проброс зафиксировать. А в итоге Ахунов набрал скорость и спас свою команду от вбрасывания в своей зоне. Пас рукой фиксирует арбитр. Вбрасывание в средней зоне, судя по всему, нам предстоит. Кораблев против Муромцева на точке. Кораблев выигрывает это единоборство. Белоусов. Упал Белоусов, но его в момент приема шайбы Якунин атаковал. Сложно было ярославскому защитнику. А в итоге удаление. И как раз-таки Якунин отправляется на 2 минуты. Все-таки перестарался он в борьбе с Белоусовым и за подножку отправляется на скамейку штрафников. Давайте посмотрим. Конечно. 100% удаление. Никаких сомнений. И большинство для Лока. Как будто бы давно мы Лока не видели в большинстве. Все чаще динамовцы получают лишнего игрока. Но Лока действительно почаще в этом матче удаляется. Пока все хорошо для гостей начинается. Много Кадыров с Тимошевым, как мне кажется, не разобрались. Но в итоге Кадыров клюшки сыграл. И все нормально для ярославцев. Мальцев. Передача на Симышева. Назаров. Разворачивается. Дает передачу на Симышева. И встали хозяева в чужой зоне. Роговский за ворота на Ябелова. Снова Роговский.
Симашев. И Симашев бросок наносит, но этот бросок блокирует Александр Муромцев. Секунд тут оборонялись. Гости пока ничего опасного Лока создать не сумел. Мальдинов на левый фланг на Дмитрия Назарова. Смена у нас, естественно, уже произошла. Первая спецбригада у ярославцев на площадке. Тютнев за воротами. Встают. Хозяева вновь в чужой зоне. Шумилин шайбой владеет на Лукашевича. Тут прокатывается вглубь зоны. И не очень хорошую передачу на Акмальдинова делает. Тут и ошибиться могут ярославцы. Бориков попадает под силовой прием. Уронил его. По-моему, это был Лукашевич. И Шумилин очередную атаку начинает. Оставляет шайбу Дмитрию Назарову. Тот вглубь зоны. Ну, первой спецбригады Лок пока вообще ничего не получается. Но максимум в чужой зоне. Надолго вставали ярославцы. В остальном ни одного броска. И здесь в борьбе Акмальдинов проиграл. В итоге бросок по воротам Кадырова. Ахунов набирает скорость. И Кадыров сигнализирует, что совсем скоро на площадке Максим Якунин появится. Смотрим хоккей в формате 5 на 5. Сурин попытался быструю атаку провести. Бросил из-под защитника. Шайба попала клюшку игрока «Динамо» и отскочила в заградительную сетку. Вбрасывание у ворот гостевой команды. Сурин выиграл единоборство, но на подборе сыграли лучше динамовцы. И Булгаков скорость набирает. Пирогов против него. Грамотно здесь Пирогов действует. И паста хорошая на Ахунова отдал. А вот Ахунов как будто бы не готов был к этому. Вероятно, подумал, что Пирогов в среднюю зону шайбу будет выводить. Сурин мог выйти сейчас один на один Егор Сурин, но шайбу не получилось остановить. Звягин здорово разобрался в центре площадки, но неточную передачу отдал. В итоге атаки у динамовцев не получается. Сурин за воротами прокатился. Не стал тут Камушкин бросать. Долго он готовил этот бросок. Уже и соперник подкатился. Но самое главное, шайба с крюка сошла. В итоге никакой угрозы воротам от защитника мы не увидели. Белоусов. Хорошая передача на Ахунова. Вход в зону. Будет ли бросок? Ахунов решил обыгрывать соперника. И за ворота. Его выжимают. Там силовой прием гости провели. Никакой опасной атаки не получилось. Ахунов еще и в завершении смены нарушил, судя по всему, правила. Хотя нет, вы знаете, 6 человек показывают. Линейный арбитр, 6 человек у «Динамо» и удаление в составе гостей. Динамовцы сейчас показывают, что Муромцеву досталось по лицу от Ахунова, но арбитры, видимо, этого не увидели. Арбитры сейчас совещаются. Ну, давайте смотреть. Тут, конечно, сложно понять, было ли нарушение численного состава. Арбитры считают, что было. Андрей Михайлов протестует. Звягин будет отбывать это нарушение. Очередное большинство для ярославской команды. Только-только мы увидели игру в формате 5 на 4. И вот снова. Но действительно, очень много удалений. И игру-то вроде грубой не назовешь. Но то одно, то другое, то третье. Часто хоккеисты неаккуратно попросту играют, поэтому
Имеем, что имеем. Ярославцы выигрывают вбрасывание, но подобрать шайбу не получается. В итоге она уже в средней зоне. Дмитрий Назаров оставил шайбу Шумилину. Тот передачу налево отдает. И Акмальдинов забрасывает ее в чужую зону. Пока у первой спецбригады Лока ничего не получается. Динамовцы меняются. Ну, правильно, мало ли потом запрут в зоне и не получится поменяться. Надо использовать любую возможность. Шумилин за воротами шайбой владеет. Раскатывается капитан ярославцев. От одного ушел, от второго тоже. Есть свободный лед. Делает он передачу на левый фланг. Лукашевичу бросать было неудобно. Но встают в чужой зоне ярославцы. Правда, динамовцы предлагают довольно активное меньшинство. И пока тяжело приходится Локам. Тютнев вставляет шайбу Роговского. Роговский классную передачу по задумке выполнял на Шумилина. Но не менее здорово оборона динамовцев действует. Хороший перехват. Лукашевич на Роговского. Будет ли бросок? Нет, это передача на Шумилина. И вновь перехват. Здорово гости действуют. Тютнев на Лукашевича. И Лукашевич теряет шайбу, а затем фолит. Будем смотреть хоккей в формате 4 на 4. Какой раз, по-моему, четвертый уже в сегодняшней встрече. На Бурикове свалил Лукашевич. Давайте смотреть, что же здесь было. Шлагбаум поставил Лукашевичу. Лукашевич своему сопернику и вполне справедливые 2 минуты получил. -28 минут штрафа уже у команд на двоих, почти половина основного времени матча. Но еще 12 минут в третьем периоде играть. Я думаю, что такими темпами это точно не вечер. Пробрасываются ярославцы. Вбрасывание у ворот Кадырова предстоит. И еще 24 секунды мы будем смотреть хоккей в формате 4 на 4. Ахунову выносится предупреждение. Ярославцы забирают себе шайбу. Пирогов ею владеет. И длинный пас на Илью Назарова выполнял защитник. Но опять перехват случился. Правда, все равно за шайбу попробуют ярославцы в чужой зоне зацепиться. Совсем скоро впятером динамовцы будут. Прямо сейчас Звягин появляется на площадке. Давайте смотреть за большинством гостей. Важный момент. Одну шайбу уступают динамовцы, а у нас выход 1-1. Ахунов! Ой-ой-ой, какая красивая шайба от Тимура Ахунова. И 4-2 в меньшинстве ярославцы забивают. Так обрадовались динамовцы, что наконец-то в большинстве поиграют, что не уследили за 66-м номером ярославской команды. Передачу ему отдавал Маркулиев, а Ахунов отправил шайбу между ног Ивану Лущику. Вот с этой камеры это прекрасно будет видно. Хотя нет, вы знаете, похоже, рядом с щитком она прошла. А вот с этой камеры кажется, что и между ног. Но тем не менее, красиво это было. Играющий с вратарем разобрался Ахунов. И плюс 2 за 11 с небольшим минут. Это хорошее преимущество по такой встрече. Ну и отмечаем, что ярославцы-то 0-2 уступали. И с 0-2 сделали 4-2. Это большинство, которое сейчас до сих пор идет у динамовцев, приобретают еще большую ценность. Забивать надо прямо сейчас. Встали гости в чужой зоне. Звягин. Бросает по воротам. Рикошет случился и снова к Звягину. Шайба приходит. От синей линии мощно приложился Тимофейков в горение. Но в створ ворот шайба не пошла.
Ошибка в передаче. Ярославцы выбрасывают шайбу из своей зоны. И меняются всей четверкой. Впрочем, смену проводят и хоккеисты гостей. Ульев здорово тут в средней зоне принимает соперника. Тютнев ему помогает. И время-то уходит у динамовцев. Совсем скоро появится Лукашевич на площадке. А это значит, большинство гостей не реализуют. Лукашевич оставил шайбу Тютневу. Тут дальше сделал передачу на партнера. Неплохо эта атака смотрелась у ярославцев, но без броска. Лука остался. Муромцев идет вперед. Потерял он шайбу. И на этом атака динамовцев закончилась. Менее 10 минут до завершения третьего периода. Время-то есть, конечно, у «Динамо-Шинник», но другое дело, что у ярославцев лучшая оборона в молодежной хоккейной лиге. До этого матча всего 68 шайб ярославцы пропустили. Сейчас уже 70, и это все равно лучший показатель. Поэтому забросить этой команде чрезвычайно тяжело. А две шайбы за 9 с небольшим минут очень и очень сложно. Не буду говорить, что невозможно. Это вполне себе преимущество, которое отыгрывается. Другое дело, что Лока в формате 5 на 5 чаще атакует, начиная со второго периода. Плюс, как вы могли заметить, темп все-таки у нас ближе к концу матча упал. Но оно и понятно, невозможно такие скорости поддерживать постоянно. У динамовцев это получалось сделать на протяжении, ну, почти двух периодов. Мальцев. Передача на Роговского. Неточная она оказывается. Затем у Роговского не получается зацепиться за шайбу. Зато получается у Ябелова, правда, уже в средней зоне. Белоусов забросил шайбу за ворота. Кораблев уронил своего соперника. И очередное нарушение. Вот и 30-я минута штрафа у нас пришла. Очень много удалений в чужой зоне. Как со стороны Лока, так и со стороны Динамо. За подножку Кораблев отправляется на скамейку штрафников. Давайте посмотрим. Конечно, была. Я не очень понимаю, почему Кораблев протестовал. Чистейшие две минуты и еще один шанс у динамовцев для того, чтобы отыграться. Повторюсь, забивать надо прямо сейчас, чтобы иметь хорошие возможности спасти эту встречу, в которой, ну, лично мне динамовцы очень и очень нравятся. Вылетела у нас шайба за пределы ледовой площадки. Бросание в средней зоне, судя по всему, предстоит. Волков выиграл вбрасывание. Подбор остается за гостями. Бориков отправил шайбу в чужую зону. Здесь должен Липский ее закрывать. Получается это сделать. Передача на Борикова. И Кадыров забирает шайбу в ловушку. Хорошая атака в исполнении гостей. Особенно хочется Данила Липского отметить. Он закрыл зону. И он отдал эту передачу на 11 номера своей команды. Гнатенко против Ахунова. Выиграл вбрасывание 66 номер ярославской команды. Но, правда, на подборе уже успешнее динамовцы были. Звягин. Продолжает он шайбой владеть. Делает передачу на пятак. Но Пирогов очень внимательно сыграл. И не дал Липскому добраться до шайбы. Игнатенко на левом фланге. Пирогов против него. Сопровождает 12 номера ярославский защитник. Звягин не добрался. Звягин в итоге до шайбы. Как-то неудачно она для него отскочила. В итоге без атаки остаются
гости еще и вот таких проблем придумали у своих ворот. Ахунов мог дубль прямо сейчас оформлять. Несогласованные действия между защитником и вратарем привели к опасному моменту. Ахунов, кстати, очень расстроен. Вы сейчас этого не видите, но крушит все и вся на скамейке запасных нападающий Локо. Менее 30 секунд до завершения этого большинства. Пока ничего толком не получается. У гостей вот такой бросок от 18 номера Константина Волочко. Но этот бросок становится достаточно легкой добычей для Кадырова. Все он видел и спокойно шайбу в ловушку забрал. Динамовцы забирают шайбу себе после вбрасывания. Есть еще время для того, чтобы бросок подготовить. Симашев обрабатывает соперника за воротами. Муромцев. Пас на синюю линию. Глинский. Бросок с дальней дистанции. Симашев его блокирует. И в полном составе ярославцы. 6 минут до завершения третьего периода. Еще одно большинство в холостую откатали динамовцы. И теперь как-то эту встречу в формате 5 на 5 придется спасать. Хотя так часто правила у нас нарушаются, что, возможно, и еще удаление мы увидим. Опять ошибка Ивана Лущика при игре клюшкой. Что-то делать нужно с этим голкиперу. И во втором периоде несколько раз невнятно он играл. И сейчас опять шайбу подарил хоккеистам Локо Илья Назаров. На левом фланге бросок по воротам, но забирает шайбу себе вратарь. Правда, не фиксирует ее. И поэтому атака Локо продолжилась. Борьба в средней зоне. Там три хоккеиста Локо, уже три динамовца. Ярославцам все-таки шайба достается. Ахунов на правом фланге. Пас на Белякова. И тот со стрейшего угла бросал. Выше ворот шайба прошла. Ахунов. Выжили его в среднюю зону. Он обыгрался с Ульевым. Ульев длинную передачу на Белякова. Тот дальше на Сурина. Не получилось эту атаку продолжить. Но, правда, и динамовцы ошибаются. Как будто бы топливо закончилось у Динамо Шинник. От той скорости и следа не осталось. Интенсивность игры со стороны белорусской команды очень сильно упала. И даже тот прессинг, который был в первом периоде, да и во втором, мы сейчас не видим. Хотя сейчас как раз-таки важно прессинговать соперника и пытаться накрывать его в чужой зоне. Времени-то все меньше и меньше остается. Чуть больше 4 минут до завершения третьего периода. Отыгрывать две шайбы необходимо динамовцам. Звягин, выход 1-1 и бросает под перекладину Звягин. Шикарная шайба, с неудобной он попадает. Кадыров свою команду не выручил, но мог ли он это сделать, не факт. Звягин сегодня один из самых активных игроков белорусской команды. Давайте посмотрим, а не было ли там положения вне игры. Цеплялся Звягин за синюю линию. Ну вот зацепился ли? Ну, похоже, что да, потому что игра у нас сейчас возобновится. Хотя мне показалось, что очень и очень на грани это все выглядело. Ну, как реализовал Звягин, здесь, конечно, никаких вопросов нет. Шикарный бросок под перекладину. И все-таки есть у нас интрига, жива она в концовке этой встречи. Минус один за 3 минуты и 56 секунд. Это интересно. Игнатенко и Ковгарени становятся авторами голевых передач. Ну а для Звягина это 11-й гол в сезоне и 28-е набранное очко. Ковгарени набирает скорость. Забирается в чужую зону, но бросить ему здесь не дадут. И кажется, эта шайба импульса определенного дала динамовцам. Снова они задвигались.
Ну, по крайней мере, в этой атаке так точно. И атака-то неплохая получилась. Кадырову пришлось вступать в игру. Шайбу он забрал. Гости сильнее на точке. Еще один опасный бросок поворотом Кадырова. Шайба там на пятаке скакала. В итоге ярославцы ее оттуда смахнули. А вот вывести шайбу не получилось. Глинский успевает в эту борьбу. Мальцев хорошо клюшкой сыграл. Якунин подталкивает его Лабуткин. Якунин за ворота. Не пускает. Ермоленко к шайбе. И Лабуткин выводит ее в среднюю зону. Роговский подтолкнул соперника. И будет еще одно удаление. Но не можем мы сегодня без удаления. И Роговский отправляется на 2 минуты. За 2 минуты и 56 секунд до окончания третьего периода. Жаркую концовку, еще более жаркую, дарит нам Роговский. Тайм-аут возьмут сейчас тренеры гостевой команды. Но, видимо, не сейчас. Все-таки попозже. Так показалось, что собираются вокруг тренера игроки. И тут планшетку даже взял. Но нет. Без тайм-аута пока обходятся белорусские наставники. Посмотрим, будет ли замена вратаря на 6-го полевого, если удастся вбрасывание выиграть и расположиться в чужой зоне. Ну вот, вбрасывание выиграли, расположились, но вратарь пока на месте. Опасно у ворот Кадырова бросок с близкого расстояния, но островат был угол, да и позиция, наверное, не самая удобная. Волочко. Хорошая передача. И какой классный розыгрыш от динамовцев. Кадыров вновь выручает свою команду. Ивановножко атаковал. Волочко. Ладучка. Пас на партнера. И бросок с близкого расстояния. Добивание. И 4-4. Дубль Даниила Сатишвили. Не выстояли ярославцы. И опять же, сами виноваты. Ну, кто удаляется в средней зоне в концовке третьего периода, когда ты в одну шайбу ведешь. Ярославцы сегодня с 0-2 отыгрались. Динамо Шинник отыгралась с 2-4. Команды друг друга определенно стоят. Хороший гол, хорошее большинство от динамовцев в сегодняшнем матче. Получается, это третий гол для динамовцев в большинстве. Шумилин, хороший пас на партнера, и Лукашевич прощает гостей. Мог сейчас сделать счет 5-4. Еще одна остановка. Пас рукой показывает арбитр. Вбрасывание в средней зоне предстоит. Кадыров за воротами шайбой владеет. Клюшкой сыграл, но выбросить ее не удалось. И теперь приходится бороться в своей зоне ярославцам. Выводят они шайбу в среднюю. Мальцев, Липский его к шайбе, ну, вроде бы не пускает, но теперь бороться приходится с Мальцевым. Там два киста «Динамо» вокруг лидера ярославцев оказались и справились с ним. А вывели шайбу в среднюю зону. Ладучка. Отправил шайбу вглубь зоны. Там Симашев. И последняя минута третьего периода у нас пошла. Роговский.
пошел вперед, сделал передачу на противоположный фланг, но шайба попала в клюшку кому-то из игроков «Динамо» и вылетела за пределы ледовой площадки. Еще одно вбрасывание за 50 секунд до завершения третьего периода. Аношка против Кораблева на точке. Вот опять ярославцы вроде бы вбрасывание выигрывают, а подбор остается за гостями, которые попытались быструю атаку провести. Этого сделать не получилось. Сатишвили на хитрик заходил. 23-й номер динамовцев. И чуть-чуть ему до хитрика не хватило. Кадыров свою команду выручил. Ну, Локона привозил, конечно, в концовке основного времени матча. Могли спокойно ярославцы встречу в свою пользу завершать. Мало того, что в овертайм команды, скорее всего, уйдут. И ярославцы упустили победу. Так еще и вообще могли проиграть только что, если бы Даниил Сатишвили попал. Лукашевич на Акмальдинова заканчивается. Основное время матча 4-4 после 60 минут игры. Ничья. Локом в этом сезоне 4 раза проиграл в овертайме, всего лишь 2 раза выиграл, ну и 3 раза довел дело до булитов. Что касается динамовцев, то у них 4 победы в овертаймах и ни одного поражения. Еще 2 раза выигрывали по булитам и 1 раз проигрывали. Чуть больше 2 минут перерыва у нас между третьим периодом и овертаймом. Заливки льда не будет прямо сейчас. Вот если булит случаться, то придется немного подождать. Безусловно, расстроены ярославцы. Вы сейчас этого не видите, но такие безрадостные лица, естественно, у ярославской команды. Неприятно отдавать игру, когда ты ведешь 4-2 за 4 минуты до окончания третьего периода. Но, кстати, тренеры ярославской команды особой какой-то работы сейчас не ведут на скамейке запасных. Чего не скажешь о динамовских наставников, они о чем-то общаются. Я думаю, что гости должны быть довольны таким исходом. И в целом хорошую игру мы с вами смотрим, которая, да, еще не завершилась, но уже можно говорить, что она получилась классной. Обе команды проявили волю к победе, и Лока сумел с 0-2 отыграться, и динамовцы с 2-4. Кстати, 32 минуты штрафа команды на двоих в итоге набрали. И силовых приемов достаточно много. 29-22 в пользу ярославцев. По броскам в сторону ворот 31-25 по итогам основного времени. Также впереди Лока по броскам в сторону ворот 52-48. Совсем незначительное преимущество ярославцев. На вбрасываниях, кстати, «Динамо-Шинник» оказалось сильнее. 30-27. Ну и по блокированным 11-9. Также в пользу команды из Беларуси. Готов у нас начаться этот овертайм. Чуть не вшумили на Квальдинов. У ярославцев на площадке Игнатенко, Звягин и Ковгореня у динамовцев. Овертайм начинают. Игнатенко выигрывает вбрасывание. И гости получают право первой атаки в овертайме. Звягин набрал неплохую скорость, но Квальдинова так просто не обыграешь. Ковгореня.
катается шайбой в чужой зоне, укрывает ее корпусом, сыграл с партнером, это Звягин, но между двоих хоккеистов проскочить не получилось, и теперь ярославцы что-то впереди попробуют придумать. Шумилин из-под защитника по-простому решил сыграть. Капитан бросил из-под защитника, шайба в Лущика попала. Не слишком опасно этот бросок получился. Мальцев против Липского на точке. И девятому номеру «Динамо» выносится предупреждение. Роговский вот убрал шайбу за воротами. Мальцев мог заканчивать вообще все, но Иван Лущик тащит, очень далеко выкатился из ворот и очень своевременно это сделал голкипер белорусской команды. Мальцев объехал защитника, вышел один на один, и снова Лущик свою команду выручает. Два подряд момента возникает у Лока, и оба сверхопасные. Лущик на высоте сыграл. Ковгорение. Ковгорение — это был Волочко, он оставил шайбу партнеру. Бориков на левом фланге забирается в чужую зону, делает передачу неплохую на партнера и выцеливал Даниил Сатишвили, но попал в ловушку Кадырову. Снова хит-трик сорвался у 23-го номера белорусской команды. Ахунов набирает скорость. Ахунов из-под защитника бросал. Лучик свою команду выручает. Михалев на правом фланге. Две минуты фактически в овертайме мы уже почти посмотрели. Пока ярославцы поопаснее, но динамовцы тоже неплохие атаки проводят. Михалев на Сатишвили. Тот оставляет шайбу Аношко. Лукашевич против него. Аккуратно очень Лукашевич играет. И бросок с дальней дистанции. Подставление даже случилось, но шайба мимо ворот прошла. Кораблев завозит шайбу в чужую зону. Дает по тормозам, подключает к атаке Волкова. Волков от соперника уходит. Обратная передача, но не проходит. Ульев на Волкова. Ульев одного обыграл, второго уже не получится. Ульев выпустил шайбу в среднюю зону. Вбрасывание нам именно в ней предстоит. Тютнев выиграл единоборство, Акмальдинов шайбу подхватил, пошел вперед защитник, но тут попытался всех обыграть, этого сделать не получилось. Игнатенко разворачивается, ждет партнеров. Звягин тут себя предлагает. Игнатенко пока сам предпочитает шайбой владеть. Игнатенко на Звягина. Звягин. Ладучко. Касание пытался шайбу переправить. Хорошая передача Звягина. Чуть-чуть не хватило 81-му номеру команды гостей. Ладучка на Звягина. Есть возможность 2 в 1 сбегать. Но Звягин как-то не торопится вперед. Сближается с защитником. Бросок с неудобной. Видимо, это фирменное у Звягина. Сегодня похожим образом он забрасывал. Шумилин не пойдет вперед. Капитан. Меняются ярославцы. Симашев, Роговский уже появился на льду. Ну и, наверное, Мальцев сейчас на площадке появится. Да, так оно и есть. Симашев набирает скорость. Дает по тормозам. Мальцев. Роговский. Роговский с острого угла в девятку метил Роговский, но не попал. 50 секунд до завершения овертайма, и постепенно запахло у нас булитами.
Но есть еще время для того, чтобы избежать этой участи у команды. Избегают они. Симашев приносит победу ярославской команде. 5-4. Чумовой матч мы с вами посмотрели. Первая шайба Симашева в нынешнем сезоне. Это мы тоже обязательно отметим. Ну и поздравим Лок с победой. Тяжелейшая виктория для Ярославля. И очень классная игра от Динамо Шинник здесь в Ярославле. Одно очко набирают. Гости, не вы знаете, они так не торопятся покинуть скамейку запасных. Только сейчас они это делают. Видимо, какие-то вопросы к заброшенной шайбе у динамовцев возникли. Но вроде все в порядке. Засчитывается у нас гол. Еще раз поздравляем ярославцев с этим успехом. Ну и динамовцев с набранным очком в Ярославле. Мы же с вами будем прощаться. Режиссеры трансляции Валерий Филонов и Иван Доманов. Меня зовут Иван Костяев. Обязательно услышимся на матчах Олимбет молодежной хоккейной лиги. Всем пока.